Голубянка Идос. Вид дневных бабочек семейства голубянки. В древнегреческой мифологии Идос – сын мессенского царя Афарея, аргонавт, спутник Ясона в путешествие за Золотым Руном в Колхиду, участник каледонской охоты. В честь него и названа бабочка. Длина передних крыльев 11-16 мм. Крылья самца сверху фиолетово-синие, с узким около 1 мм шириной черным краем, с выделяющимися темными жилками, с черными точками-пятнами у края задних крыльев. Крылья самки бурые, похожи на самку голубянки Аргус. Лишь оранжевые лунки около темных точек у внешнего края задних крыльев крупнее, и их обычно меньше. Снизу крылья у самцов и самок палево-серые или беловатые. На внешнем крае задних крыльев темные пятнышки, с внутренней стороны оранжевые полоски в форме перевернутой римской цифры 5. На задних крыльях есть блестящие пятна. Вершина костального отростка вальвы без крупных зубчиков. У похожего вида голубянка Аргус на конце голени передней ноги спереди заметен небольшой зубчик. Крылья самца синие с более или менее широкой черной каймой вдоль внешнего края. В гениталиях самца вершины вальвы с рядом заметных зубцов. Обитает на лугах различных типов. На Алтае обычно по речным долинам, террасам и приречным склонам с лугово-степным разнотравьем до высоты 2000-2100 метров над уровнем моря. Летает с июня по август. Яйца белые, округлые, морщинистые, с темной точкой на вершине. Гусеница зеленая, в тонких бархатистых волосках, с темно-коричневой или красноватой в белом обрамлении полоской на спине. Около дыхалец имеются красно-коричневые штрихи, а на боках белые косые штрихи. Голова черная. Живет на кормовых растениях рядом с гнездами муравьев. Черный садовый муравей, серый песчаный муравей и бурый лесной муравей. Кормовые растения гусениц – это растения из семейства бобовые. Острогал, лядвинец, люцерна, клевер, горошек и другие растения. Куколка формируется в гнездах муравьев. Сначала она зеленая, позже светло-коричневая с красно-коричневыми пятнами на голове и около сочленения сегментов. За год, в зависимости от высоты, развиваются от 1 до 3 поколений. Бабочки кормятся нектаром различных медоносов. Зимует бабочка голубянка Идос на стадии яйца.